О том, как эффективнее продавать на внешних рынках, говорили сегодня в Академии управления при президенте Беларуси. На ежегодный семинар в Минск со всего мира съехались наши дипломаты. Это не только повод побывать на родине, обменяться опытом, но и возможность установить более тесные контакты с министерствами и руководством предприятий экспортеров. Представители наших дипмиссий посетят многие производства, чтобы узнать о новом ассортименте, стоимости и условиях продаж. По-прежнему высокий интерес за рубежом к нашей машиностроительной отрасли. Буквально вот недавно, на прошлой неделе, произошла поставка и ввод в эксплуатацию 30 комбайнов производства «Гомсельмаш», которые сразу же специалистами нашими были собраны и тут же направлены на поля в Хохете. Это край, где не только виноградники растут, но и 80% зерновых выращивается именно в данном регионе. Крупные итальянские компании более серьезно начали смотреть на наш рынок с точки зрения долговременных интересов. Региональные контакты более активно стали развиваться, потому что везде на уровне регионов тоже участвуют итальянские политики и, соответственно, всегда действуют с оглядкой на Брюссель и на, скажем так, еврочиновников. Поэтому здесь, я думаю, нам нужно ожидать, что все будет только активнее и активнее. На открытии семинара министр иностранных дел Беларуси отметил позитивные тенденции на внешнеэкономическом направлении.